Четыре школьницы из Одинцовского округа вошли в число победителей областного конкурса «Помним», посвященного 80-й годовщине контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Виктория Кушнарева из Одинцовской гимназии номер 7 заняла первое место. Анастасия Попова из школы номер 1 – второе. А Моника Галичан из Назарьевской школы и Карина Карагулян из школы номер 1 – третье.